Добрый день! Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Найля Джумаева. И темой сегодняшнего сообщения является терапия инвазивного кандидоза с применением новой технологии. И я также хочу ознакомить своих слушателей некоторыми результатами своих наблюдений, касающихся новой инфекции COVID-19. Однако вначале я хотела бы вернуться к своему предыдущему ролику, посвященного применению особых свойств лазеров малой мощности в терапии инфекционных заболеваний. Возможно, вы обратили внимание, что когда я описывала патогенную флору, выделенную из раны больной до начала проводимой терапии, то перечень включал в себя несколько возбудителей. Перечень представляется вашему вниманию. Диагноз нашей больной был хроническое септическое состояние с постоянным формированием метастатических флегмон мягких тканей. Однако мной на первом этапе терапии был применен только препарат нистатин, который и размещался в поле устройства для переноса свойств лекарственного препарата в организм больного. Еще раз обращаю внимание на данный факт. Он крайне важен. Важен, потому что на первое же воздействие, проведенное мною в зоне лимфатической системы, я подробно описала сам процесс в ролике, где в поле устройства был размещен нистатин и только нистатин. У больной на третий день рана полностью очистилась от гнойных выделений. Представленное фото, сделанное на третий день после проведенной терапии, демонстрирует абсолютно чистую раневую поверхность, оперированной ранее флегмоной пораженной зоны без признаков какого-либо воспаления. Результаты анализов, полученные после проведенной терапии, также показали отсутствие в ране таких возбудителей, как псевдононус аурогеноза и анпротеус мирабилис. Я напомню вам, что инфекции, вызываемые псевдононус аурогеноза, относятся к группе назокомиальных инфекций и часто возникают у больных хирургических стационаров. Именно данная инфекция вызывает гнойное образование в тканях организма и общее тяжелое состояние у больных. Протеус-инфекция также вызывает тяжелую инфекцию мягких тканей, сепсис, пневмонии и также относится к группе назокомиальных инфекций. Для меня же было и остается загадкой по сей день, что произошло с данной группой возбудителей? Почему они также ответили на воздействие и исчезли из раны? Должна сказать, что этот случай в моей последующей 16-летней практике применения предлагаемой мной новой технологии инфекционных заболеваний был и остается единственным наблюдением. Больных с холеносепсисом у меня больше не было. Единственное возможное объяснение, которое, на мой взгляд, может объяснить данный феномен, это наличие некоторых схожих по своему строению участков в химической структуре ампидиотиков, применяемых в терапии заболеваний, вызванных перечисленной мною различных возбудителей, выявленных у данной больной. Это нистатин и антибиотики из группы цефалоспоринов, аминогликозидов и фторхинолы. Антибиотик, традиционно применяемых в терапии псевдомонус аурогеноза и протеус мирабилис инфекшн. Я представляю вашему вниманию химическое строение перечисленных антибиотиков. Первая таблица включает в себя химическую структуру нистатина, свойства которого и вводились в организм больной, а также химическую структуру некоторых цефалоспоринов третьего поколения и аминогликозидов, которые применяются в терапии псевдомонус аурогеноза. Вторая таблица включает в себя химическое строение нистатина в сравнении с торхинолами, цефалоспоринами третьего поколения и аминогликозидами. Это антибиотики, применяемые в терапии протеус мирабилис. Напомню вам, что больная не получала таблеток нистатина внутрь, а получала только слепок кристаллической решетки химической структуры препарата, сформированного под влиянием поля, генерируемое лазером малой мощности. Однако это только моя точка зрения, и я оставляю этот факт на суд своих слушателей. Период с 2005 по 2007 годы в научно-исследовательском институте вирусологии нами было проведено исследование по применению разработанного нового метода в терапии хронического вирусного гепатита B и хронического вирусного гепатита C. На проведение исследования было получено разрешение Этического комитета Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. Отдельные результаты данного наблюдения опубликованы, и я расскажу в последующих роликах о полученных результатах по терапии этих заболеваний. Сейчас же мне хотелось бы рассказать о результатах, полученных нами в терапии инвазивного кандидоза. За этот же период времени под наблюдением было 10 больных с верифицированным диагнозом инвазивного кандидоза и хронического диссеминированного кандидоза.
Это были пациенты интенсивного терапии, отделения интенсивной терапии Института вирусологии. Они включали все больных с циррозом печени, четверо больных, хроническим гепатитом с высокой степенью активности процесса и трое больных с синдромом приобретенного иммунодефицита. С сопутствующим заболеванием у них были онкологические болезни, перенесенные раме химиотерапии, сахарный диабет. Терапия инвазивного кандидоза в этой группе больных проводилась нами строго по международному протоколу, принятому в терапии инвазивного кандидоза с применением азоловых антигрибковых препаратов. Единственным дополнением к протоколу терапии было применение наминистатина в поле излучателя с целью уничтожения грибов в грудном лимфатическом протоке. Почему это было сделано? Дело в том, что в процессе обследования больных на наличие инвазивного кандидоза традиционными методами диагностики, что включало в себя исследование культуры крови и другого биологического материала, собранных в стерильных условиях, мною также проводилось исследование больных методом медикаментозного тестирования с применением назода гриба рода кандида. И тут впервые. В процессе медикаментозного тестирования я обнаружила наличие у данной группы больных гриба рода кандида в проекции грудного лимфатического протока. Поиск литературы указывал только на наличие у больных с инвазивным кандидозом нейтропении различной степени, что имело место и у наших больных. После анализа полученных нами данных было принято решение применить устройство для переноса свойств препарата в организм больного с целью уничтожения грибов в грудном лимфатическом протоке в данной группе больных. С этой целью нами был выбран препарат нистатин. Медикаментозное тестирование с подбором разовых доз нистатина показало, что тестируемые разовые дозы нистатина в точках акупунктуры в различных отделах грудного лимфатического протока, согласно рекомендациям доктора Фоля, колебались в пределах от 5 миллионов единиц препарата до 22,5 миллионов единиц препарата. Терапия проводилась однократно с применением нистатина в поле устройства. Само же устройство для переноса свойств лекарственного препарата в организм больного располагалось над проекцией грудного лимфатического протока и у различных отделов. Поскольку доказать отсутствие или наличие грибов рода кандида в грудном лимфатическом протоке современными методами диагностики невозможно, то эффективность терапии определялась состоянием больных после проведения терапии и данными лабораторных тестов. Как показали наши данные, то в группе больных с инвазивным кандидозом, подвергшихся воздействию с применением устройства для переноса свойств нистатина, в значительно более короткие сроки в сравнении с литературными данными наблюдалась нормализация числа нейтрофилов в крови больных, сократились сроки пребывания больных в отделении интенсивной терапии, а также улучшились показатели основных заболеваний, результатом которых было наличие у больных инвазивного кандидоза. Полученные нами данные были статистически достоверны, и результаты проведенного исследования были доложены на семинаре, проведенном в Институте вирусологии в 2007 году. Уважаемые коллеги, сейчас весь мир подвергся опасности, представляющей собой заболевание, вызываемое новой инфекцией, получившее название SARS-CoV-2 или COVID-19. Ко мне на консультацию обратилось несколько больных с легкой формой этого заболевания, и я хотела бы поделиться с вами своими наблюдениями, касающимися данной инфекции. Общее число больных было 8, и состояние шестерых из них было расценено как относительно удовлетворительное. И только у двоих пациентов я расценила состояние как средней тяжести. Возраст больных колебался от 14 до 63 лет. Все пациенты имели на руках данные компьютерной томографии легких, где у всех регистрировалось наличие воспалительного заболевания легких вирусной этиологии различной степени выраженности. По данным ПЦР-диагностики, у 6 больных тест был негативный, и только у 2 пациентов результаты теста были позитивны. Мною в процессе медикаментозного тестирования для верификации диагноза был применен назод РНК-зависимой РНК-полимеразы. Но я больше опиралась на результаты тестирования, проведенные с применением препарата рибавирин. Он впервые был использован мною в терапии хронического вирусного гепатита С, и эти результаты опубликованы. И в литературе описано его применение в терапии больных с тяжелым течением MERS COVID infection, или иначе Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Infection, где совместное применение рибавирина и интерферона альфа-2 в терапии этих больных показало высокую эффективность и выживаемость больных. Ссылку на эту статью
я укажу в ролике, что показало мое наблюдение. Общеизвестно, что коронавирус является воздушно-капельной инфекцией и обладает тропностью, эпителиальным клеткам верхних дыхательных путей и клеткам тканей легких. Однако у 4 моих пациентов, это 50% больных, в процессе медикаментозного тестирования в районе грудного лимфатического протока наряду с положительным ответом на назот РНК-полимераза мной также тестировались дозы рибавирина. Оттестированные дозы рибавирина были невысокие и колебались в пределах от 100 до 800 мг препарата. Причем последняя доза регистрировалась у больной, страдающей метаболическим синдромом. Вообще должна сказать, что эти 4 пациентов имели в анамнезе соответствующие, сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гломерулонефрит и метаболический синдром у 2 пациентов. Я не могу настаивать на том, что, возможно, COVID-19, в отличие от других респираторных вирусов, в результате мутаций приобрел возможность к тропности к лимфоидной ткани. Для этого надо определять его наличие в лимфоцитах периферической крови больных COVID-19 методом ПЦР. И при этом надо определиться со сроками тестирования. На мой взгляд, это где-то на 5-14 дни процесса от его начала. Однако должна сказать, что именно у этих 4 пациентов методом медикаментозного тестирования вирус также определялся в поджелудочной железе и селезенке. И в этих органах мной также тестировались дозы рибавирина, что является, в моем случае, двойным подтверждением присутствия COVID-19 в изучаемой ткани. Однако, если данная информация достоверна, то мультиорганное поражение у больных с тяжелым течением COVID-19 можно объяснить диссеминацией возбудителя по лимфатическим сосудам, основным представителем которого в организме человека является грудной лимфатический проток и его различные отделы. Но, уважаемые коллеги, мое сегодняшнее сообщение не является чем-то новым или вдруг обнаруженным и неизвестным. В 2005 году в журнале «Экспериментальной медицине» были описаны результаты исследований, проведенных на аутопсийном материале больных, погибших от SARS-инфекции в 2005 году. Я сравнила полученные мной данные и данные, полученные авторами этой статьи, и пришла к выводу, что, базируясь на аутопсийном материале инфекции SARS 2005 года и нынешней инфекции COVID-19 являются идентичными. С одной лишь разницей – высочайшая степень контагиозности COVID-19. Я еще раз обращаю ваше внимание, по моим данным, работа, выполненная в 2005 году учеными Китая, Америки и Австралии, показывают идентичность нынешней инфекции с уже имеющей место быть SARS в 2005 году. Эту информацию могут подтвердить и отвергнуть патологоанатомы, проводившие аутопсию больных, погибших от COVID-19. Вопрос, касающийся контагиозности COVID-19, сам по себе весьма интересен, требует дополнительных исследований. Предлагаемый вашему вниманию снимок отражает морфологические изменения клеток иммунной системы у больных, погибших от SARS в 2005 году, и является результатом исследования авторов данной статьи. Ссылку на нее я укажу внизу данного ролика. Дорогие коллеги, в сегодняшнем сообщении я представила вашему вниманию мои первые результаты, полученные в процессе медикаментозного тестирования у больных COVID-19 легкой степени течения процесса. Почему тогда, спросите вы меня, в начале ролика я говорила о результатах терапии, полученных нами в лечении инвазивного кандидоза. Это менее актуально, чем нынешняя инфекция. Да, но, по моему мнению, мы недооцениваем значимость лимфатической системы человеческого организма, в первую очередь в качестве возможного очага различных инфекций, а также возможности инфекции мигрировать в различные части тела именно благодаря свойствам лимфатической системы. В моем следующем ролике я расскажу вам, какую дополнительную информацию по COVID-19 я смогла получить, используя метод медикаментозного тестирования. Спасибо всем вам за внимание. Всего вам наилучшего. И до скорых встреч. До свидания.